6 июля в деревне Универсиады торжественно поздравили выпускников подготовительного факультета Казанского федерального университета. В этом году состоялся один из самых крупных выпусков – более 500 иностранных студентов. Однако в связи с эпидемиологической ситуацией научное поздравление пригласили 20 лучших выпускников. Мы решили все-таки, чтобы остались добрые воспоминания, особенно у наших лучших выпускников. Мы решили провести небольшое мероприятие очное на свежем воздухе. А здесь, в деревне Универсиады, с максимальным соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, социальной дистанции и мер предосторожности. Но я бы отметил, что и оставшиеся наши слушатели, они не останутся без внимания. А сегодня вечером, уже ближе к 5, у нас состоится онлайн-мероприятие, где мы тоже со всеми с ними встретимся, уже в Microsoft Teams, и сможем сказать им самые добрые слова. 20 лучших выпускников в течение учебного года активно проявляли себя в различных сферах – культуре, спорте, образовании, становились победителями олимпиад и конкурсов. На торжественной части каждого из них лично поздравил проректор по внешним связям Казанского федерального университета Тимирхан Алишев. Теперь буду поступать в Институт международных отношений на факультет лингвистики. В этом году было просто замечательно, было очень-очень хороший год для меня, просто для жизни, очень хороший опыт, много друзей я сделал, а наш преподаватель на подготовительном факультете был просто замечательный, по-моему, самый хороший год в жизни. Свидетельство об окончании годичной подготовки все выпускники получат на общем выпускном в онлайн-формате. А пока что 20 лучших выпускников наградили грамотами за отличия в учебе и студенческой жизни, а также подарили книги об истории и культуре Татарстана. Ведь в этом году отмечается столетие с образования республики. Теплые слова выпускникам передали и преподаватели. Я преподавала биологию, а также у нас на подготовительном факультете и химия, и математика, и история, обществознание, кроме русского языка как иностранного, очень много специальных предметов, так как мы готовим наших слушателей не только к обучению вот именно на русском языке, но и по определенным направлениям, по определенным профилям. Я всегда говорю, что у нас немного даже волшебная работа, она приносит действительно большое удовлетворение, потому что когда они приходят к нам, они не знают даже букв русского алфавита и не могут ни слова сказать по-русски. А когда они заканчивают подготовительный факультет, они с нами разговаривают, они с нами спорят, они доказывают свою точку зрения. И это действительно большая радость и гордость для каждого преподавателя русского языка. Некоторые из них уже успели успешно сдать вступительные экзамены для поступления в Казанский федеральный университет. На сегодняшний день здесь получают знания более 10 тысяч иностранцев, приехавшие с разных уголков земли. Тамара Малканова, Диана Желенкова, Фарид Захитаглы, Универньюз.